Ты знаешь, вот я 46 лет вдруг понял, что смысл жизни человека только в том, что он продолжает свой род. Потому что если, например, вот все оставить, а это, предположим, прекратить, да, вот как бы, ну, как бы размножение, будем так говорить, то как бы и жизни самой не будет. При всей развитости, так сказать, культуры и так далее. Поэтому я считаю, что вот смысл жизни – это создать семью, чтобы появились дети, которые будут продолжать человеческий род. Наверное, вот в этом самое главное, что человек, что самое главное, что человек должен сделать, это не дать цивилизации умереть, вымереть, исчезнуть.